Здравствуйте, друзья. У нас тут Егор и Дарья. Ух, заковыристо. Хорошо. Значит, пришли с банальным, можно сказать, вопросом получить грин-карту, которую я от имени по поручению правительства Соединенных Штатов и пост-офиса, который доставляет письма, значит, вручаю грин-карту. Хотите открыть прямо сейчас или как? Ну, давайте я вам дам нашу открывалку фирменную. Давайте. Вот, держите фирменную открывалку. Покажите всем фирменную открывалку. Отличная. Да, хорошая открывалка. Так, давайте будем открывать так на виду у всех. Вот он, с кинжалом. Солецкая сталь из Испании привезли. Видите, как руки дрожат. Да. Дрожат руки. Так ждал. Так. Спасибо. Давайте. И вы пока рассказываете вот что. Так. Ну-ка, давайте так ее так издалека, чтобы народ не вчитывался там сильно. Вот покажите, она так приклепана на клею. Вот это. Таки да, немножко зеленая, такая зеленоватая, я бы сказал, зеленоватая грин-карта. Похож? Похож. Ну, не суть. Вы вот что, давайте, молодые люди, вы уже сколько у нас тут? Месяц. Месяц немножко, нет. В школе? Месяц, да. Почти месяц. А в Штатах чуть больше месяца. Какие у вас продвижения по американской жизни? Что произошло? Мы купили машину, квартиру, хотел сказать. Машинку. Какая у вас машинка? Hyundai Elantra. Так. 2007 года. Так. Пробег 130. Отличное состояние. Там стоит постоянно сейчас. Сторговались за 4500. Ну, я правда не ориентируюсь в ценах, но вы, наверное, так посмотрели, да, какие цены, что сейчас. Да, это все говорят, что это хорошая цена. Ну, отлично. Она, по идее, экономная должна быть. Hyundai обычно очень экономная. Топ-10 2008 года по экономным машинам. USA. Угу. Ну хорошо, так а куда же вы ездите на машине, если у вас есть машина? О, теперь везде катаемся. Да, мы были. Ну, сначала мы поездили в Икее, там ездили вот по магазину. Пало Альто, да. Хорошо, а вот, допустим, к океану ездили? К океану ездили, но мы ездили не на своей еще машине, так. А с ребятами. Да, с ребятами. Куда ездили? В Санта-Крус. Это по нашим видео вы туда или да. кто нет, навел? Мы так? До видео. Ну, я на видео сначала увидел. Да. Ну хорошо, морских этих котиков. Да, 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 да. Наблюдали. Наблюдали. А там бебичек видели, там уже сейчас нарождаются бебички. Нет, еще не видели. Уже бебички пошли. Ну хорошо. Значит, так, все основные места, значит, посмотрели. Сейчас часто люди приезжают откуда-то, вот они, допустим, из Москвы. И вот их спрашивают, знаешь, как вот раньше говорили, там Большой театр видел, там Кремль видел, в Мавзолее был, а сейчас уже, говорит, там Facebook там посещал, да, Google Campus посещал, да, в Портнов Computer School был, с Михаилом фотографировался, вот, поэтому... Несколько пунктов можно отметить. Я оказался в очень занятном положении, потому что приезжают люди и едут к нам туда в Санта-Крус на выходные, и ведут меня в ресторан какой-нибудь, вот там со Светой мы идем, вот там на пирсе на этом, и... Я обычно привык платить в ресторан. Нет. Такое очень странное состояние. Ну, не суть. Значит, друзей завели. Да. Так, сами ответили быстро и слаженно. Хорошо. Так вы себя чувствуете, что вы уже готовы там куда-то на интерншипы двигаться? Или как-то вы еще так хотите поучиться? Я готов. А вы что? Ну, я еще... Поучусь. У меня с каждым разом все больше и больше уверенности, все больше и больше. То есть у вас уверенности не хватает? Ну, может быть. Мне, чтобы была полная уверенность, мне нужно быть полностью уверенной в своих знаниях. Но так как я их сейчас пополняю, вот как только пополню, то нужно мне. Я сомневаюсь, что в ближайшие там лет 5 у вас появится ощущение уверенности в своих знаниях. Ну и через 5 может не появиться, потому что все меняется. Понимаете? Поэтому в нашем деле надо так. Пополнять знания надо всегда, вот, но это не повод не работать. Ну, так я бы так сказал. Вот работайте, зарабатывайте денежку. А вы уже знаете ребят, которые там приехали раньше, куда-то двинулись, там уже на практику ходят, что-нибудь рассказывают. Ну я вот с Юрой, ну про Юру вот узнал, про Балакова. Да, вот я же его вчера снимал. Ну да. Так. Потом в одну компанию пошел, потом там что-то махнул платочком, пошел в другую. Молодец. Да, мы за него очень рады. Да, но он такой светлый, да, такой энергии да, много, хороший. Да, да много кто. Вот сегодня ребята ходили на интерншип и троих из наших друзей взяли. На интервью ходили? Четырех. Четырех взяли. Сегодня?
Да. Сегодня. Это мне еще София не докладывала. Она последние пару недель что-то как разошлась, тут всех замела. И уж там прям никого не осталось. Ну что же, хорошо. То есть вы чувствуете, что на подходе? Да. Теперь, из того, что вы за этот месяц поняли, что вы можете ребятам сказать? Вот какие-то открытия маленькие совершаются каждый день. Вот чего-то не знал и вдруг узнал. Или там столкнулся и думал, ну здесь такого точно нет, и вдруг столкнулся. Вот есть что-нибудь такое? Поделиться с теми, кто за вами наблюдает. Сразу и вообще жизненные или только то, что в школе технические? Нет, про Америку, про жизнь, про Калифорнию, про вашу ситуацию на дорогах, да, ну, там, отношения с соседями. У меня были права с 2008 года. Так. Но так получилось, что они у меня были, но я никогда не водил. Окей. Вот. И здесь, получается, впервые у меня своя машина, и впервые я как бы стал настоящим водителем. То есть Дарья не водит? Нет, Дарья не водит. Пока. Пока не водит, да. Окей. Я просто, ну, с одной стороны, я очень радуюсь, что я именно здесь начал водить, потому что здесь, по-моему, не только все для людей в плане жизни, но и все для людей в плане дорожного движения. Это правда, здесь гораздо проще. Вообще настолько все удобно. Ты только никогда ничего знаков, не пропустишь. Да, никто не подрезает, да. С гаечным ключом не бегают. Там, да. Очень все здорово. Хорошо, самому не надо колеса там откручивать. Так. Ну, а вы уже попадали куда-нибудь в какие-то затруднительные ситуации, или вы куда-нибудь поехали, потерялись, или там хотели объясниться, вас не поняли? Да нет, таких не было ситуаций еще. Хорошо, благо есть все навигационные системы и... Хорошо, вот вы разговариваете с родителями, наверное, да, у нас там друзья, в скайпе там сидите там пару часов в день. Вот они что спрашивают? Вот что интересует людей, которые там вот... Ну, меня чаще всего спрашивают мои родственники, да. Про то, как проходит обучение. А вот. Это чего? Ну, просто интересно. Интересно. Да, потому что они тоже, да? Они тоже смотрят канал, и им интересно, как это изнутри. Ага, как интересно. Да. Никогда не думал, что учебный процесс кого-то может интересовать. Так, как бы рутина такая. Потом спрашивают насчет, ну, таких жизненных вещей, как ком-услуги, вот как насчет вот этого всего происходит. А вы говорите, никто в очереди не стоит, да, в Сбербанке заплатить за электричество. Да, потом как прошло. А как платят за электричество, скажите? Ну, я все онлайн, я зарегистрировался везде, на всех, которые возможно заплатить ком-услуги онлайн. И... Кредитной карточкой или со счета? Кредитной карточкой, да. Удобно, правда? Очень удобно. Хорошо. А вот какие-нибудь очереди у нас тут есть зачем-нибудь? Где мы были? В DMV? Да, СССР-центре. Но и то, да. Нас пугали на форуме, что мы будем стоять там 4 часа без аппоинтмента. Но мы приехали, ровно час мы просидели, даже не заметили, как-то час прилетел. И за 5 минут мы подошли, отдали документы и все. Чтобы 4 часа просидеть, это нужно приехать за час до открытия, в понедельник утром. И вот тогда будет, может быть, даже и 4 часа. Если приехать... например, к открытию, но во вторник, то уже, может быть, будет 30 минут. Если приехать не к открытию, а так после обеда, то уже там совсем никого нет. Это, конечно, это уже надо просто попасть. Я, кстати, изучал статистику, когда мы еще жили в Казахстане. Да. И там, ну, часто очереди тоже в таких государственных учреждениях. И я как-то изучал статистику и выяснилось, что самые большие очереди обычно во вторник и в четверг. Ой, наоборот. Лучше идти, да, во вторник и в четверг. Ага. Вот, потому что наименьшее количество. А вот от того, что вы там у нас на канале, например, снимаетесь, вам перепадает какая-то переписка, например? Вот вам пишут люди или там, может быть, знакомые вас видят и говорят, ой, мы тебя видели. Ну, у нас еще свой канал есть. И я думаю, да. Они... Это ваш, который USA там, да, чего-то, да? Как он? Air. On Air. Ага, это вы там комментируете. Я думаю, кто-то из нас, кто-то. Так. Да, вот. А вам добавилось народу туда на канал подписчиков? Ну, потихоньку растет. Ну там сейчас 211, я думаю, там только из знакомых, наверное, человек 10. А было? Ой, было. Ну там кто, родственники, да, друзья. То есть было человек 30-50. Ну, даже меньше. Ну, то есть, знаете, как набирается. Вы главное сюжетики-то вешаете. Ну да. Ну, мы стараемся. Ну а то, что нас увидели. Мы когда выезжали с Камина Ин уже на свою квартиру, когда сняли. Из отеля. Да, мы выходили с чемоданами, и к нам подошли
девушка с парнем говорят, давайте, вам надо кого-то отвезти, мы вас видели, Михаила, на канале. Давайте. То есть вообще не из школы люди? Не из школы люди, они, по-моему, приходили к вам собеседоваться, ну, подружились после этого. Ну, подружились, мы ездили вот в Санта-Крус, потом до сих пор общаемся, они с Питера. Ага. Ну, смотрите, как интересно. А тоже какие-то молоденькие, да? Да. Еще, знаете, я замечаю, когда вот детки появляются, то начинаешь общаться много с, ну, я называю это песочница, вот с теми, кто в песочницу детей приводит, и там уже возникает круг общения вокруг песочницы. А вот эти, которые бездетные, вот вроде вас пока, они все пьянствуют, и у них гулянки, ну, я утрирую, как они, ну, такие по-взрослому гуляют, там, не понимают, что лялечка там требует покоя, там, и чего-то, поэтому так тоже интересный такой процесс вам еще предстоит. Ну что же, хорошо. Я на самом деле очень за вас рад в том смысле, что попадая в эту школу, вы приобретаете очень много знакомых, и у вас нет вот той пустоты, через которую мы проходили. Потому что мы, с одной стороны, просто было мало народу, а с другой стороны, мы попадали в настолько непривычную и не нашу тусовку, вот с теми людьми, которые были вокруг случайным образом, там, в школе английского языка там, или что-то, и просто ужас. Но потом лет 10, наверное, ну не 10, но ну, достаточно долго. Мы по крупицам собирали народ, с которым можно там куда-то пойти, или там где-то собраться, или что-то. То есть пробуешь, там ходишь, смотришь, разговариваешь. И это был очень-очень болезненный процесс. А здесь вы примерно в одном возрасте, заняты общим делом. Да, у вас есть такой интерес, помимо того, что вы учитесь, у вас есть более долгосрочная заинтересованность друг в друге, потому что вот там пройдет там 3-4-5 лет, и вы будете друг друга там тянуть в ту компанию, в эту компанию. Это еще раньше намного происходит, на самом деле. Вот сейчас ребята приходили, три человека из одной компании. И все из нашей школы, и там они как-то вот там друг друга там подтягивают. Можете посмотреть, у меня сегодня видео уже висит. Смотрю. Поэтому вы как бы натурально так сконцентрированы на пятачке, и проблема одиночества, проблема тусовки, проблема вырванности из привычной среды, это самое тяжелое, что есть в эмиграции. Ну, кроме после того, что там тебе не на что покушать, или там как-то, ну, совсем не на что там жить. Вот, это следующая проблема, очень тяжелая. Поэтому я очень доволен, что у нас такой пятачок тут, где вот так можно прикольно это все такое встретиться и разрешить этот вопрос. Ну что же, может быть, есть что-то, что вы хотите ребятам сказать, потому что они смотрят на вас, им интересно, вы сами, небось, смотрели. Я только хотел еще один совет дать. Когда мы покупали машину, она стоила одну цену. Просили одну цену. Да, просили. И со мной были двое ребят, они уже здесь как, ну, достаточно давно, они опытные, они умеют торговаться. И, в общем, они срезали несколько пару сотен долларов только за то, что вот у этого американца владельца были, например, на стекле там детские наклейки, или там, что у него ручка, вот, которая держаться сзади, была откручена. Ну, то есть на него это произвело впечатление, он сказал, на самом деле, это же так долго оттирать надо будет. А я потом это все за час там с тряпочкой, с этим, для стекол. Ну, он просто готов был уступить. Я думаю, что он и без этого бы уступил. Можно было сказать, ребята только приехали, они там бедные, кешем платят, там, за наличку вроде. Ну да. Ну, это же не то, что там чек выписывать или там знаете, в банке брать, одалживать. Поэтому сам факт того, что вы платите кешем, он уже позволяет поторговаться. Поэтому... Не боятся торговаться, да. Я уже здесь купил велосипед и продал велосипед. А зачем продал? На Крейгслисте. Ну, когда машину купил, продал. Так продали за больше или за меньше? Ну, побольше. То есть вы удачно купили, так скажем. Да. Поэтому обычно в таких ситуациях навар происходит в момент покупки, а не в момент продажи. Ну, мы купили на него принтер для школы. Ну, в смысле, для занятий. Ну, что же, хорошо, ребят. А есть что-то такое, чего вам, например, больше всего не хватает? Вот если сказать, из всего, чего не хватает, чего больше всего не хватает? Ну, мы не говорим про родителей там и вот эту часть. Лавровый лист ты нашла? Нашла лавровый лист. Да, Бэй называется. Бэй лист, да. Да, это знакомая проблема, я очень хорошо знаю. Да, но мы сначала какие-то продукты или что-то искали, там те же специи, а потом попали в тот же русский магазин. Вот к Александру, который сам. Да. Ну вы ему сказали, что мы тут с канала. Вообще там столько я и там и сгущенку, и все купил.
вообще такой замечательный владелец, он не только встретит, еще и все расскажет. Он поговорит, да, он из Баку сам, он такой солнечный человек. Ну что же, ладно, ребятки, давайте я вас тогда буду отпускать. Значит, вы вот как на интерншип пойдете, вот так недельку еще, может, походите, чтобы впечатления были, и мы тогда вас соберем и будете делиться впечатлениями. Хорошо. Ладно. Но он вас поддерживает? Ну, а как же. Да. А может объяснить что-нибудь? Мне? Да. Конечно. То есть бывает так, что он говорит, что это такое? И он так говорит, да, это же вот буквально ничего. Да, бывает. Самое смешное, что я не ходил на базы данных SQL. Да. И попал, ну, пошел на занятие и попал как раз на тестирование. И даже у нее один ответ списал. Так что мне лично на То есть у вас статус растет. Ну да. Понял. Ну хорошо. Ладно, ребята, делаем ручки, говорим пока. Пока.